Всем привет, дорогие друзья! С вами Максим, представляю вам последний уровень Spider-Man Shattered Dimensions, главы 2. Впереди у нас еще целая глава, где мы сыграем за каждого из паукоголовых, а также суперфинал с боссом Мистерио. Так вот, в данном ролике мы будем сражаться, ну, между прочим, и с последующими двумя тоже, я его поделил, чтобы было удобно смотреть. Будем сражаться с Дэдпулом и его многочисленной, огромнейшей ордой школьников, фанатов, которые состоят из различных наемников без особых-то навыков. А спонсором данного ролика является игровой канал Токурор. Можешь переходить по ссылке в описании, по видеосылкам. Игровой канал, летсплеи, подкасты, распаковочки разные интересные. Вот, например, пара видео, можешь перейти, там Titanfall и распаковочка коллекционки GTA. Пожалуйста, переходи, смотри, наслаждайся. Погнали! Так, у нас альтимативный Человек-паук, босс Дэдпул. Одел я нашего паукоголового в классический красно-синий костюм. Погнали! Высокий уровень сложности, как и прежде. Обращайтесь к паутине судьбы, чтобы проходить испытания. Открывать возможности, атаки, костюмы, накопления эссенции и так далее. Надпись на экране примерно об этом гласит. Насколько я помню, уровень довольно сложный. Дэдпул будет нас доставать. Welcome to Pain Factor, the only show where you compete for your life. And remember, viewers, I'm available for Black Ops missions, assassinations, and birthday parties. You know what's weird? That this guy can somehow come back from the dead, or that they gave him a TV show. Coming up, we've got a very special Pain Factor, with a very special guest running the gauntlet. Who? You, Spider-Man! Wait, what? That's right! Our guest today will be the one, the only, the friendly neighborhood Spider-Man! Because he needs this. Television, you are a cruel mistress. You know, you can run inside. Wow, that's not too big or anything. Can somebody say overcompensating? Spidey! Can I call you Spidey? Hey, thanks so much for being part of our little webisode. Because you shoot the web. Okay. Hey, can I get you anything before we start? Soda? Bottled water? How about the fragment? Okay, good one. Okay, here we go. Picture up. In 3, 2, and... Welcome, welcome, welcome to Pain Factor! Is there a mute button for him? Что испытания начались. And here he is, the terrifying, the deadly, the amazing Spider-Man! Just what I always wanted, a tasteful introduction. Not a bad entrance. Mine's gonna be tasteful. Hey, that was a live fiend you just killed. Now what am I gonna tell its folks? Tell them it was a mercy killing. If they've seen your show, they'll understand. Кстати, довольно странно смотрится, да? Костюм-то классический, а симбиотические щупальца темно-сине-черного цвета вылезают довольно неестественно. Не правда ли? Listen, Webby, I can't have you swinging around in your footy pajamas destroying my cameras. You're gonna have to tangle with my army. And by army, I mean production assistants. And by production assistants, I mean unpaid interns. And by unpaid interns, I mean fans. You're gonna have to tangle with my fans. Lamest supervillain ever. А между нами говоря, чувачки, я ненавижу Дэдпула. А также армию его малолетних фанатов с деревянными битами за 20 рублей, имитирующими бейсбольные биты. И, естественно, совершенно никаких проблем. Так. Мне показалось на секундочку, что от них не будет никаких проблем, но нет. 50 фанатов нужно победить. Для этого включу режим ярости. Будет бомбить у меня. Все, хватит.
Еще 6 камер и будет очередное пройденное испытание. Что тут есть интересного? Давай посмотрим. Вот я вижу паука. Это что, снайпер? Да. Фанаты, смотрю, обзавелись тяжелым вооружением. И мне всех их нужно победить. Стреляют куда ни попади, из каждого угла. Паучки разбросаны слишком на большом расстоянии друг от друга. Искать их тяжело. Так. Давай. 90 эмблем паука на этом уровне нужно подобрать. Или не на этом уровне, может, имеется в виду вообще всего, чтобы получить доступ к очередному испытанию. Вернее, пройти очередное испытание коллекционера. Что такое? Огонь. А я в режиме ярости сам. Фанаты атакуют меня. Ой, режим ярости кончился. И все, я теперь... подвластен всем этим уродам. Вполне возможно, что погружение в воду убивает их. Никто не может выдержать такое непростое испытание. Где-то меня снайпер пытался замочить. Ну вот я вижу тень. Плетень вот этого паука. Не могу пройти мимо. Должен подбирать все эмблемы. Целых 50 фанатов надо одолеть. Такой довольно большой уровень. И нелинейный, как все предыдущие, то есть. Довольно большую площадку можно исследовать, ходить взад-вперед, подбирать всех паучков. Но нет, я намерен тщательно здесь все разрыхлить, все обскакать. Да что ж такое? Придется режим ярости включить. Уж слишком много здесь супостатов злых с винтовками, с тяжело бронированными костюмами и прочими шалостями, которые так любит Дэдпул. Кончился режим ярости. Очередная кучка фанатов выбежала здесь драться за своего кумира. Я надеюсь, что в конце этого уровня нас ждет неплохая такая взбучка с самим изуродованным Дэдпулом. Вы же знаете, что под маской там настоящий уродец. Твою мать, страшнейший. В ужаснейшем кошмаре такой не привидится. Все, фанаты повержены. У меня еще задача разрушить камеры, но что-то не особо я их наблюдаю. Буду проходить уровень на ощупь. Режим ярости не выдержал я немножко. Пришлось включить, чтобы, в принципе, выжить. Ведь высокий уровень сложности не так-то просто обуздать. Слишком много яростных соперников, готовых сражаться бесцельно, абсолютно глупо, управляемым Дэдпулом. Товарищи, вот эта штука... Может ли она быть разрушена? Вот этот вентилятор или что это такое? Так и знал, что произойдет какая-то ерунда, если я попытаюсь. Нет, подожди. В этом контейнере был паук, я взял его. Теперь дай-ка немножко сориентируюсь на местности. Замочу еще пару снайперов. И все это фанаты Дэдпула. Погружение в воду сказывается фатально на судьбе каждого человека. Будь это во вселенной Марвел, будь это во вселенной DC, никто не переживет погружение под воду. И только подобные Томми Версетти люди готовы сражаться за свою жизнь. Не все потеряно. Так. Вижу нечто. Без понятия, что это такое.
Но куча фанатов как бы намекают на то, что мне не нужно здесь находиться. Камеры уничтожены. Режим ярости неплохо мне помогает. Полный порядок. Здесь несколько эмблем, плюс разрушенная камера, плюс куча очков. Успех! Теперь нужно запрыгнуть повыше. И что я там обнаружу? Без понятия. Но что-то явно есть. Давай, паукан, все выше и выше. Ну, цепляйся за воздух, наконец. Эмблему паука взял. И то дело. Я вижу, показывает мне направление камер. Естественно, я прибуду к ним. Атакую каждую. Но сначала покончу с фанатами Дэдпула. Стремительные атаки можно даже не ожидать. Заодно подбираю кучу-кучу эмблем. Ай! Да это ж не простые камеры. Они атакуют меня. Горячий пар. Ужасная ловушка. Надо держаться от нее подальше. Фанаты вылазят из всех дыр. Но я, по-моему, уже справился с нужным мне для получения ачивки количеством, да? Все, одолел в воздухе. Без проблем. Палит по мне, стреляет из своего мелкокалиберного пистолета-пулемета. Думаешь, что? Забоюсь я тебя после этого. Гранатку кинул. Вот же несчастный террорист. Не очень-то он похож на простого стажера в этой фабрике развлечений. А мой костюм бушует, требует проявления ярости. Подожди, я смотрю за дверью, там находится паучок. Или не за дверью. Ну ладно, главное, взял его. Ой, везде пострелушечки. Нужно разбить все эти Full HD камеры. Ой. Еще одна камера будет ачивка. Да хватит меня уже долбить. Я с вами что, шутить буду, парни? Какая защитная стойка, о чем вы? Просто тупо месить вас своими черными щупальцами, засовывая вам во все возможные отверстия, типа нос, рот, уши и так далее. На. Подожди, подожди, не убегай. Видели, как тактично отходит от меня? Очередная партия фанатов Дэдпула повержена. Мне осталось вырубить всего лишь одну камеру. Для того, чтобы хоть какой-то прогресс получить. По сюжету. Вот она, моя камера. Но еще и фанаты негодуют. Я смотрю, чего-то ожидают от паука. Возможно, даже хотят его победить. Вот она, последняя. Еще больше камер, которых нужно разрушить, и это наша основная задача. Но я еще не побродил по острову, не собрал всех пауков. Речь о скрытых пауках даже не идет. Выискивать у меня их нет ни времени, ни желания. Вы видите, как он сопротивляется? Это же обычный солдатик, фанатик Дэдпула. Почему мне пришлось так долго его бить?
Слишком большой уровень у меня, концентрация теряется, не могу я ничего сделать. Тут я уже был. И на тот небольшой пласт земли я летал. Да и здесь вроде пробегал. Но где же? Где же мне найти... А, вон наверху. Да. Эмблемка паука. И еще одна. У меня куча лазерных прицелов. Готовы в любую секунду навестись, выстрелить, и не сладко придется. Но эти действия нужно предотвратить мощными ударами в челюсть. Мощными, да. Действительно, сбросил в воду, покончил с парнями, они погибли. Вполне вероятно, что они респаунятся бесконечно. То есть долбить их можно, пока не отсохнет палец. Пришло время расправиться с камерами. То затягивать уже бессмысленно. Так, а как же туда попасть? Ну, во-первых, это этажом ниже находится. Где-то здесь вход. Сначала разберусь с охраной. Импровизированная охрана, естественно. Парни ни на что не годятся. Ну... Мне же за дверь проникнуть нужно. Не так ли? И я вижу, там камера находится. Все, порядок полный. Какие же дурацкие у них одежки, в конце-то концов. Welcome to the Wadey Wilson Show. Today's guest, Spider-Man. Hey, buddy, have a seat. Let's talk about the question on everyone's lips. How hot is Kitty Pryde? Ugh! Almost as hot as that redhead I always see you saving. Do I sense a bit of a love triangle there? Oh my god, I'm getting out of here. And is it true there's a clone of you out there with your brain, but trapped inside a girl's body? Because that's kind of like creepy. And by kind of, I mean insanely. We're still in. Чуть не упал. Ладно, сумасшедшие беседы с Дэдпулом закончены. Давайте дальше продвигаться по уровню, уничтожая все камеры. Я не могу выбрать себе цель. Растерян, я нашел золотого паука. Блин. Где-то здесь был золотой. Сначала, как прежде, от охраны избавлюсь. Подберу его. Особого чувства удовлетворения нет, так как я не занимаюсь поиском всех пауков. Так, 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 так. Ах, там эмблемка была, ну ладно. Схватить ее выше моих сил. Еще парочка охранников. Ну давай, давай, забирайся. И атакуй их в самое сердце. Обратили внимание, как они помирают? Мне, видимо, показалось, что некоторые из них взрываются такой, будто бы синенькая бомбочка маленькая. Оказалось, не все. Вот, эта камера находится уровнем ниже. Я прямо к ней подойду. Как только у меня появится такая возможность. Вот она стоит. Ай! Она поливает меня огнем! И как же с ней справиться? Покидать бочки не вариант. Дверь тоже закрыта. И что ж тут делать? Проникну по вентиляционному выходу. Как и в былые времена. Уничтожил камеры. Давай, открывайся. Нет. Естественно, решетка не откроется обратно. По этим потемкам мутным, пыльным ползать. Две камеры осталось. Замочить, и очередное испытание на этом факторе страха ждет Человека-паука. Я уже не выключаю паучье чутье, поскольку слишком, слишком важная особенность паукана. Немножко меня пар похарасил. А где же камера? Вот она внизу находится.
А проникнуть туда можно вот в эту дверь. Spider-Man! Ярость включена. В режиме ярости нужно уничтожить 15 фанатов, да? Или нет? Нужно всего уничтожить 15 фанатов. Они бьют меня. Вообще, заметили? Совсем не жалеют Человека-паука. Очередной режим ярости включил. Работа на публику. То есть кучу людишек победил. Скоро гигант вылезет, опасный. Ой! Нифига как раскрутился! Думаешь, тебе это поможет? Не-не-не. Подальше от него отскочу. Хотя... не особо проблемный чувак. Просто вовремя отскакивать надо. Как же это, мать твою, было больно. Получай! Получай ящиком в глаз! Ой. Что, наверное, неприятные ощущения испытываешь? Какого черта? Да это же самый настоящий мини-босс! Хотя бы... немножечко жизни, да, захват! Добивающий удар в лицо! Можно какое-нибудь развитие выбрать. Давайте купим. Ярость заполняется быстрее. Очень подходит, я считаю. Так, так. Еще быстрее будет ярость копиться. И еще дольше будет длиться. Замечательно. Следующие откроются на прохождении еще 5 испытаний. Думаю, можно этого времени потерпеть. А пока что паутина судьбы открывается. Здесь наши цели появятся. Ну вот, например, заденьте 5 фанатов взрывами. Какими еще взрывами? Разрушите 10 стрелков фанатов. Поздновато. Ладно. Так, а количество здоровья у меня не увеличено, да? Просто ярость накапливается быстрее. Ну хорошо, мне тут осталось последнюю камеру замочить. Дождался, пока пар кончил течь. Быстрей, быстрей, чтобы нас никто не задел. Может, все же попытаюсь разоружить фанатов со снайперскими винтовками. Или уже поздно. Не, на самом деле, не особо есть дело до прохождения всех остальных испытаний, так как... большинство костюмов уже открыто, осталось всего лишь по одному на каждого паука, и я не буду особо париться, если не открою их. К тому же, их можно чит-кодами открыть. Там последняя камера, да, она летает в воздухе. И как же я ее должен поймать? Ну... Congratulations, Spider-Man! You've ruined my broadcast, and you deserve your prize. The fragment? That won't do! Bad, Spidey! Bad! Темнеет в глазах.